конкурс. Дети читают стихи. Бушуева Елизавета, 8 лет. 5-я школа, город Смоленск, Томилино, День Победы. День Победы, 9 мая, праздник мира в стране и весны. Этот день мы солдат вспоминаем, не вернувшихся всеми с войны. Этот праздник мы чествуем дедов, защитивших родную страну, подарившим народам победу и вернувшим нам мир и весну.